начальник штаба Захаров. По данным разведки, лес перед объектом... 26 марта 2020 года. 17-й день разведывательной экспедиции. Несколько дней провел, бухая с Саней. На второй или третий день мы поспорили, кто лучше метает топор. Я промахнулся. Топор угодил в невидимую аномалию и отскочил от нее. Как оказалось, эти аномалии отталкивают железо. Мы сходили в Санину мастерскую, взяли там немного гаек, и теперь я готов пройти дальше. Саня говорит, что у меня ноги еще заплетаются после попойки. Ха, ну это все херня. Я трезв как огурец.
находится неопознанная аномалия, которая привлекла внимание черного рынка. Зачистите территорию от вражеских войск и соберите данные о ней. Понял. Территория будет зачищена. Прием. Кончились патроны. Возвращаюсь на базу.
тебе на! Подстрелил, пидор! Общались. Нашего положили!
за что, сука?